утром под председательством президента Кыргызской Республики господина Жапара Садыр-Нургожоевича было заседание. В результате, по итогам этого заседания, сегодня вечером или ночью в Турцию направляется спасательная группа Министерства чрезвычайных ситуаций в количестве 50 человек, а также нам поступила информация, что из Ошской области, из города Аша направляются спасатели, а также в правительстве Кыргызской Республики рассматривается вопрос в ближайшие дни оказать гуманитарную помощь нашему братскому народу Турции. В этих городах, где произошли землетрясения, есть студенты из Кыргызстана, есть работающие наши граждане. На настоящий момент мы получили информацию о двух наших гражданках, которые находятся в Адане. В результате землетрясения у них документы, вещи остались в разрушенных домах. Туда выехали наши консулы из генконсульства в Анталии, а также из посольства в Адане, чтобы оказать необходимое содействие вместе с местными управлениями.